уголок такой выпилили. Сейчас будем укреплять дверку. Причем еще и покрасили ее в цвет вот в этом торговом центре, в котором уже недавно приезжали. Я видео снимал, как мы доводчик заклепали. Но, короче, через 2 дня клепки все вырвались. Будем менять. Будем менять сейчас эту пластину. И ставить настоящую. Металл тут, наверное, я думаю, 4-ка. Где-то так. Нам надо поставить сюда доводчик. Как видим, мест мало, но будем ставить. Изготовили специальную такую усиливающую штучку. Вот она. Придется нам ее как ногами ставить. Вот так вот. И сюда будем уже крепить доводчик. Замечательно. И клепаем нашу пластину усиливающую. Делается очень просто и непринужденно. Открыть. А, все. Нормально. Сейчас будем доводчик ставить. Пластину мы закрепили, заклепали. Сделали 4 отверстия и нарезали в них резьбу. Мечка. Резьбаем 6. Все, доводчик мы закрутили. Верхний длинный у нас по шестигранник. Снизу, так как там притвор, мы закрепили на коротенькую шестерочку тоже. Здесь сделали 2 отверстия. 7 миллиметров. Будем сюда сейчас гаечку вставлять 5 миллиметров под резьбу, клепочку. Насаживаем заклепочную резьбовую гаечку на клепленник. Вставляем в отверстие. И заклепаем. Все готово. Выкручиваем. Берем вторую гаечку ее, закручиваем, вставляем отверстие и заклепываем. Вот так вот выкручиваем. Все, мы сделали две клепки. Мы сделали 2 клепки, теперь можно нам прикрутить лапку в него. Готово. Готово, можно промыть. Открываем. Отлично, все работает замечательно. Подведем итог. Поставили пластину, нарезали резьбу, заклепали резьбовые гайки и все установили. Замечательно. Вот ставим доводчики. Сегодня уже 29-й доводчик ставили. Вот зачем вот здесь вот эта контрагайка? Вот зачем она? Тут ничего не раскрутится. Ничего не раскрутится. Зачем вот она нужна? Может, ее вот в таком виде оставить лучше? Как считаете? Или какой-то, может быть, тайный смысл есть? Я ее оставляю, как она бывает. Никогда ее сюда не подвожу. Смысл? Какой смысл в этом?